Подшавка для цветов своими руками. Из отходов проволоки собираем вот такую композицию. Веточки интересные формы придаем, гнем на любую вариацию, как получится. Сейчас я покажу, как это варилось. Привариваем веточки сваркой по автоматам. И немножечко телефон глючит. Сейчас мы делаем почки, видимость создаем сваркой. Делаем все из отходов. Проволоки вокруг много валяются, катанки различные. Вот такая вот веточка оригинальная. Сейчас мы ее немного опачкуем, наварим почек, чтобы выглядело фактурно. Потом формируем куст дерева небольшой. Получается, да, дальше берем вот такую проволоку, будем делать колечки для горшка. Катанка обычная, шестерка. Я даже ее не выпрямлял. Так, на болванке согнул приблизительно диаметр. Где-то 12 сантиметров. Вот такая вот получилась композиция. Веточка с горшочком. Как видите, оно уже сформировано. Теперь мы будем делать паутину. Паутину я делаю с прутка калиброванная пятерка. У меня была небольшие кусочки. Вот как видите, примерно выглядит вот таким вот способом. Все делается быстро, особо не заморачиваясь. Приблизительно поставил, приварил, поставил, приварил. Вот лучи у меня есть, теперь сделаем перемычки вот таким вот способом. Быстренько подрезая, куда он нам надо, ставим. И потихоньку заполним всю нашу паутину сетью. Должно выглядеть прилично. Вот, разный размер, больше, меньше. Привариваем. Вот такая вот получилась паутина. И примерно так вот выглядит наша композиция, подставка для цветов. Вот он стоит. Кстати, я делал ее, можно вешать. Здесь мы паучка задумаем. Я задумал, вот делаем паучка. Тоже шарик из-под подшипника, там гаечка. Тело. Сначала я хотел сделать из гвоздей ноги, но они были слишком толстыми. Поэтому пришлось отбросить их и сделать из проволоки потоньше. Ну, как видите, как-то не очень смотрится. Поэтому я так подумал и решил отложить этот вариант. И сделал в итоге из другого. Вот такой вот проволочки потоньше. Сделал ему лапки. Приварил, отогнул. Расправил. Ну, вот таким вот способом приварилось все. На обе стороны. В итоге получился неплохой, так симпатичный паучок. Сначала я сделал так 4, чтобы легче было не мучиться.
захватил. Вот такие вот получились лапки, как крылья сначала, но они потом разогнуты и будут выглядеть прилично. Так. Мы привариваем сейчас. Вот так вот выглядит наш пока еще паук-птица. Лапки мы отогнем в сторону. Там видны вот усики сделаны. Ну вот он выглядит примерно как паучок. Сейчас мы ему найдем место на нашем дереве. Место на паутине егошней. И он будет сидеть. Если вам нравится, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Поделок у меня очень много. Потихоньку видео снимается, делается. Делаю я со своими руками. Вот так вот примерно. Вот. Тут я его уже приварил, посадил. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Вот. Мне самому очень понравилось. Поделитесь с друзьями видео. Это очень поможет развитию канала. Сподвигнет меня на новые подвиги. Вот на делаем веточки, вот я решил приделать две шайбочки приварить, чтобы можно было на стену повесить. Приблизительно выбирал место, где сделать. В итоге получилось там, где получилось. Вот примерно как оно уже выглядит. Вот в уголке получилось крепление на стену. И вот здесь вот так для равновесия выбрал место. Осталось загрунтовать, покрасить. Вот она у меня дома. На столе почищена. От шлака, от обрызг, сварки. Вот на стене как она выглядит. Но для еще не крашенного варианта. Еще покрасил. Вот начал я красить. Паутинка у меня получилась серебряная такая. Ну а веточки черные, черные и перламутром покрыты. На его цвета он гораздо ярче. Он не может передать всех цветов. Кому понравилось, обязательно ставим лайки. Делимся с друзьями. Кстати, изделие можно заказать. Повторить нереально, но что-то сделать похожее. Попробуем. Всем спасибо, что смотрели видео. Вот он такой вот вариант с паучком. Мне очень нравится. Всем спасибо, жду вас в гости на канале. Оставляйте свои комментарии. Буду рад ответить. Приходите в гости на канал Улыбайся ТВ. Еще раз всем спасибо. Вот такое вот изделие.